И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolf. И сегодня мы будем делать то, что я должен был сделать за кадром. Ну, короче, я так подумал. А ведь это, по факту, это контент. Тот, который ты делаешь на операции. Это не добыча ресурсов и так далее. Это то, что ты создаешь. Нет, это не постройка дома, не добыча. Это создание нужных предметов, по факту. По факту создания хазмата. И сегодня мы его и за этим и займемся. Как он там? А, костюм? Костюм, да. Так, что нам вообще на него нужно? Синие самоцветы, допустим. Жиженый газ, понятное дело. Так, так, ну по сути это все у меня есть. Что касается жиженый газ и синий кристалл. Кстати, синий кристалл... А, синий кристалл я же подобывал, точно. Забыл уже. Пару дней прошло с того момента, как снимал последнюю серию. Да, синий кристалл у меня есть, остается только сжиженный газ. Этим мы сейчас и займемся. Для жиженого газа нужны были красные кристаллы, если не ошибаюсь, да? Газ. Сейчас. Ой, за... Да, все, я поплыл. А, вот, ненавижу вот эту вот русскую раскладку, то, что нужно обязательно либо заглавное, либо маленькое обязательно прописывать. Нужен красный самоцвет. Красного самоцвета у меня не хватает, если не ошибаюсь, 2 штуки. 4 штуки. Ну, в общем, 4 штуки мне не хватает. А это значит, что... Есть 2 варианта. Первый, мы идем на дно и там добываем красные кристаллы. Либо находим кротокрыса, кстати, вот так поярче сделаем. Либо находим кротокрыса и тырим у него красные кристаллы, если он их дропнет. Тут вопрос немножечко в другом. Дропнет ли он их? Так, это у меня есть, это у меня починено, бронька запасная есть, так что можно спуститься вниз. Да, немножечко побьет радиация, ну а что поделаешь? Радиация штука не смертельная, надеюсь я. По крайней мере, я надеюсь, что на 1500 здоровьишки мне хватит. Ну, хазмат так и так нужен. Да, еще, конечно, я же по пути буду смотреть на кротокрысов, чтобы, а вдруг они что-нибудь дропнут. Слушай, вообще хоть правильно ты лечу? Что-то лечу. Карт, прогрузись. А, как... А, ну это размытие движения, отлично. Не, правильно, я лечу. О, кстати, а здесь простой спуск. Я всегда забирался вот так через верх. А здесь просто тупо есть спуск. Ой, я в деревьях заблудился. Просто тупо спуск, серьезно. Я сейчас для себя сделал открытие. Здесь просто есть спуск. Блин. Ну ладно, окей. Так. Надо было, наверное, все-таки лампадога себе взять. Даже? Он бы меня бы спасал от всяких мелких козлов, которые начнут сейчас тут спавниться. Надо бог с ними. Мне нужно найти красный кристалл. Где они находятся у нас? Вот где-то там, по идее, да? Там все плохо. Где-то я, помнится, лутал с той стороны. Нет, отлично. Вообще лучше всего вот так вот смотреть через Alt. Сейчас сразу же отведу камеру подальше. Так, по крайней мере, не нужно вот так вот мотать головой и потом теряться в пространстве, а здесь это немножко чревато. Если ты потеряешься в пространстве, ты можешь немножечко упасть вниз, а это плохо. Ну вот я смотрю то, что нужно лететь. Нужно лететь вниз. Так, куда мы летим? Я знаю, что красный кристалл не очень крайне далеко. И добраться туда будет не сильно уж так и легко. Так. Ну вот, наверное, вот к этому кристаллу пойдем. Надеюсь, там не будет радиация так глушить прям жестко, что прям все плохо. Хотя давай-ка вот спустимся пока что вот сюда. Да, будем спускаться вниз. Да, здесь опасно, но... О, пошла радиация. Отлично, далеко я не уйду, точно.
Счетчик Гейгера мне... Вот реально, мне вспоминается только Раст с этим счетчиком Гейгера. Такс. Светорог. О, прям пошло накапливаться. О, ужас. Чего, болезнь? Встал, отлично, я даже здесь еще и встал. Пролагайся. О, пошло. Пошло меня глушить. Отлично. Такс, пиздюки уже здесь. Лучевую болезнь не получил. За красным кристаллом я точно не смогу сюда спуститься. Отлично, проверили. О, точно, я же могу телепортом назад вернуться. Так, но мне нужен не телепорт, мне нужно вот это вот. Просто раньше они у меня были на средней кнопке выше. Сейчас немножечко выше. Переставил. Так. Алло, блин. Так. Отлично. Для чего я сюда забрался? Для того, чтобы немножечко смотреться. И по факту, да. По ходу дела, как раз таки вот эти синие кристаллы, красные кристаллы, они дают по большей части жопу. Ну, короче, да. Выбираемся наверх, ищем кротокрысов, тырим у них красные кристаллы и... И все будет хорошо, я, по крайней мере, не сдохну. На поверхность выбираемся. Кстати, я тут что заметил. Здесь нету обелисков для телепорта. По ходу дела, они появляются только тогда, когда я могу туда телепортироваться. То есть, возможно, они появляются, когда день... О, кстати, точно, я, может, могу еще наткнуться. Но мне туда не надо. Интересно, кстати, сейчас ночь, а днем они... Или наоборот, я могу телепортироваться так, когда там полная жопа. Надо будет проверить, когда буду подниматься на поверхность, нужно будет обязательно проверить телепортом. А сейчас погнали! Погнали! Погнали за кротокрысами. Что тебе вкачать? Давай, урон! Почему бы и нет? О, наконец-то! Первый нормальный, адекватный синий луч. Прикиньте. Прям... Ой, ну фиолетовый, в смысле. Вообще, в целом, первый адекватный луч. Ужас. Да, я тут, короче, спустился туда вниз. Пошел туда. Пришел уже, поднялся сюда по веревке. Нету кротокрысов. Один застрявший вон там в скале тусуется. А другой... Вот здесь. Вот и что ты тут? Вот, красава. Теперь дай мне что-нибудь. Он что, тут забаганный? О, разбаганный. А где? А где что-нибудь твое? Слышь! Я... Чувствую какой-то разводилово. Ну ладно, походим за ним. Хотя бы его нашел, и на том уже хорошо. Давай-ка посмотрим, может здесь поближе есть. О, здесь еще есть кто-то. Еще есть кто-то. Вон там. Ну, если фото дропнет мало, то есть еще бежим туда. Окей, ждем. Надеемся и верим, что дропнет красный кристалл. Опаньки, первый заныр и сразу же красный кристалл. Сколько? 25! Да, конечно, извини, но спасибо. Да ну нафиг. У тебя там, походу, дело конкретно накопилось, пока ты там за баганы тусовался. Ты сюда залезешь? Или не залезешь? А может, ты сюда не залезешь? Ну, спасибо, не надо залазить сюда. Вот, вот стой здесь, короче, и будь хорошим крысиком. Отлично! Я, честно, даже не ожидал, что может быть так легко. Отлично, отлично, отлично. Так, скидываем. Там еще у меня опять ресурсы дропали всякие. Я свою также древесину подобрал. Тоже, о, точнее, древесный сок. Тоже как бы неплохо. Ну, а что, раз уж по пути был, почему бы не подобрать? И... Газ... О, даже два могу сделать. А зачем мне два?
По сути, мне газ сейчас только нужно будет в самом начале и очень много. Вот и все, что мне сейчас будет нужно. Поставим газ. Слушай, газ же у меня где-то здесь есть. Сюда и поставим. Я сначала хотел там внизу поставить, думаю, а зачем? Здесь я забираться, то есть мне куда лазить не нужно и так далее. Да, там типа полетел, прилетел обратно телепортом, но я захотел здесь. Я вот сейчас смотрю на эту мишень, блин, ну синенький, красивенький, на 76-й. Куда он мне такой? Вау! Классно. Так, метка, кстати, можно будет заодно подлутать. Говорю, метка подлутать. И... Вот, на это добро. Отлично. Красота. Все, бабахаешь? Бабахаешь. Так. Ты же должен в инвентаре, по идее, все это дело, да, скапливать? А, ты же еще ломаешься со временем. Блин, не забудь бы про это. Реально не забудь бы про это, то, что он ломается. Да, вот он, жиженый газ. Сколько мне нужно на хазмат? Костюм. Моя тогда уж. 15, 35, 65, 75. Ох ты ж, я тут буду долго тусить. Очень долго я тут буду тусить. А может и нет. Ну минут, короче, 20, по ходу дела, мне придется здесь соваться. Блин. Я на это не... А, не, может меньше. Все равно я на это не рассчитывал. Пойду еще вторую внизу поставлю. Надеюсь, она сработает. Сижу, короче, залез на дерево. Как в лучших моих традициях, я когда первый раз играл на этот карт, я очень любила залазить на деревья. И, ну, так, безопаснее, по крайней мере. И так она точно будет прогружаться. И открыл для себя кое-что. Сжиженный газ есть газ с заглавной буквой. И это не оно. И газ с маленькой буквой. Это оно. И с маленькой буквой это, по ходу дела, то, что это... с маленькой буквы это то, что так бывается, с большой, походу, дело то, что создается. В любом случае, сижу тут, короче, кукую, жду. Ку-ку. Кошмар. Но в моих планах сегодня сгонять туда вниз и все-таки попробовать яснокрыло притомить. Ну, по крайней мере, надеюсь, я найду яснокрылочка, желательно еще хорошего левела. Ух, вообще была красота. Итак. То я рассчитывал, что я включусь и уже будет все хорошо. 125 газа есть, пускай добывает. Еще тут собрал сейчас мед, стырил. И все хорошо. Теперь у меня абсолютно всего хватает для создания хазмата, химкостюма. Все просто здорово. Бежим обратно. Прошло... ну, можно так сказать, практически час. Плюс-минус точно не засекал, сколько было времени. Ну, примерно около 50 плюс-минус минут, короче. Ну так, кому интересно. Сделаем чуть потемнее. Скидываем все резы сюда. Так, мед. Залутал его специально, чтобы был, чтобы, ну... Если нужно будет создавать киблы, то чтобы мед был. Так. Он у нас тут создается или не тут создается? Он создается, наверное, в станке. И в станке не в таком. А создается... Нет, в этом тоже создается. Фу, слава богу. Просто что-то здесь не создавалось, я уже не помню. Что-то... Слушай, я не помню, что... Нет. Сжиженный это там создавался, не помню, короче, что-то здесь не создавалось в этом костюме. Так, раз, два, три, четыре и пять. Все ровно и замечательно.
И газ, по идее, в нулину ушел. Да, газа нету. Еще что я вспомнил. Так они там... Клещи? Блин, забыл, ща. Плоскогубцы. Да уж. И на них нужен же газ. Ну и фиг с ними. Это штуки для ремонта, которые, то есть, чинят предметы. В инвентаре, то есть, ты их можешь починить. Плоскогубцы. Но это явно не плоскогубцы, это клещи с виду, ну да бог с ним. Требует же газ, и забыл, что требует ресурсы для... для ремонта. Ну да бог с ними. Кстати. Они так и не появляются. Они так и не появляются. Эти... близкие. Я не знаю, почему тогда они появились, но сейчас они не появляются. Непонятная фигня, ну да бог с ним. А сейчас погнали вниз. Только я хочу глянуть, что это такое там у нас лежит. Всякая фигня. Чуть не упал. Так. Знаешь, что нужно было сделать, наверное? Крылышки сюда еще одни пришпиндосить. А как я буду спускаться? Хотя, если только переодеться крылья... Да блин, легче еще одни состряпать. На базу. Так, взял еще с собой лампадога сразу же. Ну, он явно пригодится. Почему лампадога? Потому что у него намного больше энергии. Так, и это у нас свет. Да, правильно. Уи! Погнали вниз. Страшно. Еще и соседи топают. Страшно. Страшно туда вниз спускаться. Как ни крути. Но, честно, с лампадогой уже будет менее страшно. Во-первых, светло. Во-вторых, эти козлы пошалеют о том, что они появились на этот свет. А, это точно. Прицел на прицел. Я думал, какого фига у меня это еще крестовина появилась снаружи. Ну, вокруг кругляшка. Так. Идем. Ну, идем туда же. Идем туда же, получается. Сразу же переодеваемся. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Только... А, ну это там мне точно ни к чему. Вот это вот мне пригодится. Это есть... А, не знаю, давай это тоже один нафиг. Так поинтереснее будет. Хотя не-не-не-не-не. Так. Ой. Так все-таки аутентичненько. Ну давай, 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 приближайся, приближайся. Оу. Вы посмотрите. Я прям готов к труду и обороне. Так, ну, камеру отдаляем. Так, приближаем и. Погнали! Так, инструменты взял, отлично. Налетим, налетим вниз. Сейчас нужно будет сразу же приземлиться к этому кристаллам, а потом обратно. Слушай, Одиннадцать радиация не бьет случаем? Потому что там же есть всякие эти супы, чтобы радиация это не била. Блин, я сейчас как бы лампадога-то не вселил. Так, вот они, кристаллы. Ну что, спускаемся вниз. Но ускорение да не сильно. Вау! Так, радиация появилась. Вроде урон по лампадогу не проходит. Нет, единичка это по моему костюму проходит, да. Так что тоже нужно поторапливаться, потому что костюм, он изнашивается. И это логично. Ну вот это ты сейчас, короче, вообще прямо смотрю вовремя, да? Так, там ортоплевры. Ропочки. Отличненько. Так, давай сразу же глянем, где снакрыло. Я снакрыло. 36 левел, слушай, небольшой, но... А кто здесь бегает?
Вау, как меня классно сейчас со скалы скинуло! Вау! Ага, отлично. Оп, спасибо за цветочки. Кстати, я заметил, что типа это, они разные ресурсы, походу, дают, когда ты в разных местах находишься. Ну да, потому что вот красные камешки вот дропаются здесь. Отлично, отлично, отлично. Только не отлично одно. Воу, нифига меня сейчас дропнуло вниз-то как. Пошла в жопу! Да ёпрысы ты! Вы видали, просто кидает. Просто отвратительно. Тихо-тихо-тихо. А, это костюм. Костюм. Отлично. Мне захотелось это залутать. Это что? Это дерево? Ты серьезно? Это дерево? Прикиньте, это дерево. Так. Вот это берем. Красные самоцветы. Тихо, не лагай! Не лагай, игру, мать твою! Прогружает она мне тут, видишь ли. Ну, отличненько. Все оказалось намного безопаснее, чем я ожидал. Ага! Ага. Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты, сказал! Ублюдок! Мать твою! Иди сюда! Это что сейчас было? Я не против! Ага, там второй. Я немножко в прострации потерялся. Так. Не та кнопка. Отлично. Все выше и выше и выше. Вообще я не должен был сюда падать. Но гребаное землетрясение сказал мне, чувак, ты должен это сделать. Блин. Давай, короче, забираться выше. И сейчас надо кирки поменять. Да чтоб тебя. Ну вставай! Отлично! Фу! Так. Заменяем. Пошел ты! Ублюдок! Лампадога! Мы с тобой затащим. Не сыкуй. Я не сыкую, и ты не сыкуй. Вот тут тоже надо завалить сразу же, чтобы она. Мало ли что, куда я пойду, она просто меня сверху грохнется. Мне это не нужно. Так. Я, конечно, еще тот меткач. Но... Страшно, прям... Сильно. Последний удар. Отлично. Отвалился. Так. Кристалл. Продолжаем лутать кристаллы, потому что они нужны. Точнее, самоцветы красные. Пока что не знаю, насколько их много нужно. Но, знаешь, пока здесь лучше подлутаться. Что у нас по броне? По броне нормас. Хоть и меня и подамажили, хоть я летал, но по броне нормас. Отлично. Значит, будет возможность еще и яснокрыло искать. Ебать, лампадок, ты там... В общем, он звуки подал, а я очканул. Крыс, да ты безумец, я посмотрю. Так, а ну а чё? Какая разница? Вот какой-то хитин будет. Лишним просто не будет. Погнали. Мне нужно яснокрыло найти. А! Это цветка будет звуки. Дамажит, не дамажит? Так, это у нас газ вырывается из земли. Мне на него пофигу. Так. Ну, отлично. Пошел ты! Ублюдок! Мать твою! Иди сюда! Ах ты, гнида! Я ж испугался!
И он же это бьет поэтому. Стучи мне по лампадогу, ты гнида бьешь. Не, лампадо же нормас. Отлично. Было страшно. Было страшно. Но что-то я до сих пор не вижу яснокрылов. Ну, в смысле, нормального левела. Яснокрылов. Нормального левела. Дрейков еще нужно будет здесь поискать. 36-й, ну блин, 36-й это... Я Z эти забыл. Z какахи. Семки. Z семки я забыл. Так, ты мне точно будешь мешаться, я сразу говорю. Братан, ты, конечно, извини, но... Ты точно на меня потом нападешь, знаю я вас. Сначала вы такие дружелюбные, потом хоп-хоп-хоп и напали. Такс. Секера. Так, ты, спинка. Спинка, вот примерно такая же история. Лучше не будем рисковать. Так. 36 левел, всего лишь, вот реально, всего лишь 36 левел. Вот маленький яснокрыльчик. Ох ты, какой большой левел. Это нехорошо. Это нехорошо. Сумка от Кана. То, что я завалил-то. Я этого не хочу узнавать. А, возможно, спина. Но это не точно. О, добрый вечер. Так, никто больше не согрелся? Никто не согрелся. Пошел ты, ублюдок. Мать твою. Да уж. Ну вот и где яснокрылов искать. А самое главное как? Пурлове, отлично. Пурлове нет, мне не нужна пурлове, потому что мне максимум мегалания, потому что она может ползать по стенам. Но по сути, если я выведу Дрейка, то мне и не нужно будет. И мегалания не нужна будет. А Дрейка бы вывести не помешало бы. Ну что, реально что ли нету яснокрылов? Ну это беда. Да иди ты в баню, жиробасина! Вот это, короче, сейчас было не в тему. Да пошел ты! Кружится, тварь! В смысле ты отхилялся, что ли? Не-н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 е. Жри, заряжайся и жри. А чего ты? Ты дамажишься только под светом в тени, ты. Ты ж козел! Или наоборот, ты от света хиляешься. Да пошел ты, короче, в жопу, ну тебя в баню. Ублюдки. Текаем. Там еще артоплевры я видел, да-да-да, я видел артоплевру. Да, он же от света хиляется же, по ходу дела. Эти наоборот. Такс. Дать эмоции. Свет, вырубайся. Отлично. Сейчас другие козлы начнут появляться. Пошел ты. Такс, показать эмоции. Свет. На тебе, тварь. Надо быструю кнопку ставить. Вот куда надо эмоции это, ставить клавиши. Ну вы поняли. О, да. Кстати, погоди. Нет? Нет. О, нефть идет. Ой, или чем-то другим их надо было добывать, я не помню. Но что-то тоже вспомнил, что и этих нужно было пиздюков тоже как-то лутать. Ух, короче, все, погнали до дома. Я яснокрыл явно сейчас не найду. Это надо потом уже, я думаю, лучше даже без лампадога сюда тусовать. Если уж сдохну, то сдохну сам по себе без лампадожи. Телепорт сюда поставил. А, слушай, телепорт, давай сюда телепорт поставлю, вот реально.
Один раз, как говорится, спустились, но главное, чтобы телепорт было куда поставить. Дамочки, опоры нет, это клёво. Это клёво. Слушай, реально телепорт поставить некуда. Да ну нафиг ты куда встал? Так, погоди. Так, я тебя поднял? Я тебя поднял, отлично. Я тебя не поднял? А, ты вот здесь-то. Ёшки-матрёшки. Просто я... В смысле он все ниже и ниже уходит? Ложка телепорта. Или это я выше поднимаюсь каждый раз? И да, ее по ходу дела теперь уже больше не поднять. Вот это беда! Беда, потому что я могу туда тпхнуться, и я тпхнусь под текстуры, если это будет вообще весело. Это мы сейчас узнаем. А, чё, я ж могу прям сразу сюда тпхаться. Ну, не дай бог сдохну. Да, она вообще не тпхает. Эй... Мне показалось, что тут их есть. Блин! И за Дима лишь не могу. Он вот эту текстуру не пробивает, прикинь? Прикольно. Зато телепорт поставился. Ну, бог с ним. Главное, что я туда не могу телепортироваться. Это хорошо. А вот сюда могу телепорт поставить. Фу, вот это здорово. Ну-ка, давай проверим. Вот так какой из них нужный. Отлично, вот этот нужный. Его так и переименовать нужно. Переименовать. Нужный. Ай, дурдом. Все, летим домой. Вот такие вот дела. Смотришь в окно, солнце светит очень ярко, а на горизонте тьма странная. А это значит, серия подходит к концу, потому что 32 минуты уже прошло. Довольно-таки быстро. Ну, а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Я не знаю, куда пойду это здесь накрыло томить, потому что это прям там очень сильно страшно. Но Дрейка бы желательно в ближайшее время все-таки яйца поискать. Поэтому, возможно, это одно другому мешать не будет. Как это было в прошлый раз. Честно, я посмотрел свое видео с операцией, как я томил яйца накрыло. И я, оказывается, у меня в голове спутались две карты. Я не помню, какая, Волгуэра, что ли? Ну, там тоже есть аберрация. И настоящая аберрация. И реально они у меня спутались в голове. Но благодаря своему старому видосу я вспомнил, где что, как и где. Поэтому, собственно, я и знал, что нужно летать вниз. Да. Раньше было умнее. Вот такие вот дела. Не знаю. Сразу, то есть в следующей серии пойдем за Дрейком. И в следующей серии пойдем за Дрейком. Может, пойдем на улицу сгуляем. Да, на поверхность подняться, элементы залутать. Почему бы и нет? Посмотрим, что будет потом. Ну, а на этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, на каждый делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.